Я рад, что мы встретились. Да, это здорово. Все в порядке? Да. Ты выглядишь немного напряжённо. Нет, просто для меня это впервые. Ты раньше не была на свиданиях? Я была на свиданиях, но никто не приходил с мамой. Что она говорит? Ничего, мам. Эта сучка что-то обо мне говорит, да? Что она сказала? Что ты очень хорошо выглядишь. Так ты всегда везде берешь свою маму? Она мне выбора не оставляет. Вам нравится мой сын? Мам, это наше первое свидание. Так что... Выйдешь за него замуж? Мам, что? Ты католичка? А, нет, на самом деле я не верю в Бога. Что? А кто тогда создал Землю? Есть теория Большого Взрыва. Это она про сериал? Ты какую-то брехню несешь. Понимаете, я с Австралии. И в Австралии нету Бога? Что у вас там, есть кенгуру? Вы что, верите в кенгуру? Простите. Мы можем просто успокоиться. Руди, она даже не латина. Она и в Бога не верит, и проблем не несет. Прекрати, пожалуйста. Прости, она из другой культуры, и она старше нас. Не называй меня старой сучонкой. Мам, какой хер вообще? Желаете напитки? Да, а я буду... Он будет колу, я буду воду, она будет... Я сама могу за себя заказать. Спасибо большое. А можно, пожалуйста, бокал белого вина? Она алкоголичка. Скоро вернусь. Спасибо. Посмотри на это лицо. Мам, какой он красивый. Ты будто исхудал. Ты хочешь есть? Нет, мам. Подожди. Я не голоден. Что ты делаешь, мам? Мы в ресторан... Вот, мам. Мам, что ты нафиг делаешь? Съешь что-нибудь. Мам, съешь что-нибудь. Харе. Вау. Кем эта девочка работает? Ее зовут Майя, мам. Май? Да, Майя. M-I-A. Майя. Это имя? И я актриса. Актриса? То, что ты искала актрису? Мам. Тебе не нравится работать? Ты не хочешь работать на настоящей работе, как юристом, или врачом, или учителем? Она серьезно спрашивает? Кто будет готовить моему мальчику? Кто будет стирать моему мальчику? Ну, я думаю, он и сам на это способен. Я тебя кое-чему научу. Мужчины работают, женщины готовят. Хорошо, а что если я вам скажу, что женщина работает, а мужчина готовит? Она алкоголичка. И, возможно, если воспитывать детей так, то они не будут патологическими маменькими сынками. Она сумасшедшая, Руди. Нет, мне кажется, она права. Прости, Майя, я уверен, что это не то, что ты хотел этот вечер. Прости. Мам, я люблю тебя. Но надо меняться, так не может продолжаться. Ты понимаешь, о чем я? А ну смотри сюда! Мам, проси прощения! Прости! Еще раз! Прости! Слушай, может, вечером созвонимся, а? Не, май, подожди. Слушай, ты мне реально нравишься. Это неправда. Да, правда. И я бы она не латина. Мам. Она в Бога не верит. Мам! Позвони мне, когда ты будешь без мамы. Окей? Подожди. Не расстраивайся, я найду тебе красивую латинку. Вот, скушай. А перевел и озвучил виски. Ага.